В экопарке первый малыш – орангутан. Шимпанзе уже два маленьких. Орангутанов у нас 7, маленький родился 8. Самый крупный доминантный самец – Вася, а Поночка – девочка, которая родила маленького. Это был сюрприз, никто этого не ожидал. Мы думали, она еще маленькая совсем, как бы еще не половозрелая, но получилось. Как получается, мы пришли на работу, как всегда заходишь здороваться с ними, кормить, и услышала ли писк малыша. Сначала она его нам отдала, сутки мы его пронянчили, а потом на следующий день с утра мы ей его дали, и она нас взяла, приняла и кормит. Хорошая мамочка очень, она его от себя не отпускает, все время держит его, поддерживает, даже если он пытается там куда-то сам, он вообще держится сам. Они крепко держатся за шерсть, за мамы, но он висит и крепко сам держится. Но если там где-то что-то цепляется, то она все время рукой его поддерживает. Кашаем каждый день, мы кушаем молочные. А так фрукты, овощи. Утром овощи, в обед фрукты. Пока еще конкретно имени не дали, мы надеемся, нам в этом помогут посетители наши.